состоялась закладка нового храма Благовещения Пресвятой Богородицы возле сквера имени 50-летия ММК. Торжественную службу провели представители Магнитогорской епархии во главе с епископом Иннокентием. Место для строительства найти было достаточно сложно. Магнитогорск задумывался архитекторами как город без тюрем и храмов. Планируется, что при этом храме будет построена епархиальная библиотека, а также духовно-просветительский центр. Сколько времени займет строительство, пока неизвестно, потому как возведение здания будет осуществляться за счет пожертвований горожан. Праздничный день мы совершили здесь, в этом сквере, в этом парке, закладку храма в честь Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, посвященный празднику Ия Благовещению, который мы сегодня вспоминаем. Это один из тех первых храмов, которые мы открывали здесь. Долго были различные причины, по которым мы не могли начать строительство. Но вот сегодня это долгожданное начало и для нас, и для тех желающих людей здесь и видеть храм Божий.